пели, потому что для меня то, что сейчас прозвучит, ну, оно какое-то такое значение имеет. Очень серьезное, потому что в свое время Владимир Семенович посвятил эту песню своему любимому артисту. Он был клоун. Фамилия его Энди Барн. Умер очень рано. Опять вот это к тому разговору, да? На автобусной остановке, ну, никто не подошел, думали, что просто человек пьяный. У Энди Барна отказало сердце. Вот. И вообще песня про всех нас. Четыре четверти всю жизнь, три четверти, две четверти. И не выдержу. И опять четыре четверти кому-то. Ну что, поехали громко. Кратоходец! Просто приговор не суровый.